В Алгинском районе Актюбинской области увеличивается количество предпринимателей. Сегодня там насчитывается свыше 2500 субъектов МСБ. Это молодежь, идущая в ногу со временем, и старшее поколение, желающее развивать сельское хозяйство. Гипс в руках 26-летнего жителя Алги Амирхана Избасканова превращается в такие изящные изделия для декора. Ими украшают дома, помещения ресторанных комплексов и административных зданий. Продукция популярна не только у жителей района, но и областного центра. Работе с классическим скульптурным материалом Амирхан Избасканов обучился в Ташкенте. Оттуда привез несколько видов форм. Готовые изделия подарил родным, они-то и привели первых клиентов. Пару лет назад мастер выиграл государственный грант на сумму 5 миллионов тенге, увеличил объемы производства. Мы работаем круглый год. Есть две бригады. Занимаемся не только изготовлением изделий, но и монтажом. Помимо Актобе, принимаем заказы из других регионов. Актау, Таразак, Зларды и Уральска. Налаживаем выпуск пеноблока и брусчатки. Активными темпами в Алгинском районе развивается и сельское хозяйство. Благодаря реализации государственных программ ежегодно растет поголовье скота. К примеру, на этой ферме 6 лет назад насчитывалось всего 300 голов племенных овец. Сегодня порядка 2000. Большую поддержку нам оказал Казагрофинанс. На выделенные деньги купили технику, получаем государственные субсидии. Потихоньку растем. Заниматься животноводством нелегко, но есть и свои плюсы. Крестьянские хозяйства района, занимающиеся животноводством, постоянно развиваются, отмечают специалисты. Только в этом году 16 из них закупили скота на 650 миллионов тенге. Айсулу Махмутова, Булатбек Молдагалиев, Актюбинская область. Итоги дня.